После фиксации пластического материала в области рецессии начинаем фиксировать слизистоно-косничный лоскут двойным обвивным петлевидным швом, сопоставляя предварительно деэпитализированные анатомические сосочки с хирургическими. Делается вестибулярно в слизистоно-косичный лоскут, потом нитка проводится нёбно. Нёбно обвивается вокруг зуба. Выполняется вкол в основании нёбного сосочка. Выход в деэпитализированный анатомически вестибулярно. Прокол изнутри слизистоно-косичного лоскута. Петля в слизистоно-косичном лоскуте. Вкол в анатомически деэпитализированный сосочек. Выход на нёбную поверхность. Второе обвитие вокруг зуба, вкол в основание нёбного сосочка и выход межзубной контактный пункт, не прокалывая деэпитализированный анатомический сосочек. С другой стороны происходит утягивание лоскута и ушивание. Далее мы приступаем к фиксации слизистоно-косичного лоскута в новом положении с ушиванием вертикальных разрезов в самом апикальном положении.
По возможности этот шов нужно выполнить субкристально. Все последующие швы выполняются субэпителиально, просто для ушивания непосредственно вертикального разреза.
каким образом ушита рана в области устраненной рецессии методом коронального смещения, применением аллогенного пластического материала твердой мозговой оболочки.